Мы едем к Андрею Малахову. Девочка из глубинки пытается пробиться в российский шоу-бизнес. А если я украду? Мы в эфире. Доброе утро, дорогие друзья. И сегодня мы с вами едем к Андрею Малахову. Да, вы не ослышались. Мы едем к Андрею Малахову на передачу «Прямой эфир» на второй канал. И нас встречает сегодня машинка, которая приехала специально со второго канала. Мы очень счастливы. Спасибо огромное. Спасибо. Здравствуйте. Оп-оп. Друзья, мы с вами заходим в гримерку. В принципе, практически ничего интересного. Здесь меня будут гримировать, здесь уже косметика лежит. Тут есть еда. Да, это самое главное, кстати. Настя, вы здесь работаете? Да, работаю. Настя здесь не работает. Покиньте, стилисты еще не пришли, и нам приходится самим. Мы делаем фирменные косы, которые были везде. На кукушке, на небе слоя, на везде. Потому что, как говорят, меня по ним все узнают. А если сделать распущенные, никто меня не узнает. Мы гримировали меня, сделали косы, и мы идем уже на саму программу. На самом деле, на пусть говорят, было страшнее. Потому что там нужно было говорить, а я интервью вообще никогда в жизни не давала практически. А тут мне не придется говорить, тут я просто за мою кукушку. Популярность Бориса Овчинникова в том, что он очень вдумчивый, очень тонкий, точный. Ребята, эти люди, это кто смотрел фильм «Электроника», вы представляете, их сейчас выгоняем с мест, потому что мы там должны сидеть. Блин, мне так неудобно перед вами, простите, я смотрела ваш фильм, я вас обожаю. Так, сейчас будем подходить ко всем, только тут большая очередь. Спасибо. Сейчас мы в эфире. Вам пора? Очень. Спасибо огромное. Сейчас идем делать не очень хорошие дела. Мы идем брать журнал с Малаховым, потому что там моя статья, где про меня написали, нам нужно быстро это взять, потому что это очень важно для нас. Мы не хотим тратить деньги, мы сейчас быстренько возьмем со стола, там у них столик такой, мы возьмем журнальчик. Мы, значит, свою гримерку и видим это. А это все для нас, принесли, ну конечно, ага. Если бы. Здесь, наверное, будет пир Корчевникова и Малахова. Да. Мы здесь, видимо, лишние. А если я украду? И тут вот про меня статья. Покупайте журнальчик. Стар хит. И читайте меня. И у тебя дать? Прямой эфир.
София, простите, пожалуйста, что я не засняла, как я поехала домой, потому что я уселась в машину, потом легла спать, приехала и просто плюхнулась на кровать и тоже легла спать. Так вот, что я хочу сейчас сказать с утра. Что любой человек, чего бы он ни хотел, он может всегда этого добиться. Даже несмотря на то, где он живет. Хоть в самой-самой маленькой деревне на планете. Я живу в городе Углич, здесь живет 40 тысяч человек. И да, я как-то пытаюсь добиться успехов. И вообще этот канал я создала, чтобы рассказывать людям о том, как простая девочка из глубинки пытается пробиться в российский шоу-бизнес. Как это громко сказано. Но это правда на самом деле. И я сейчас снимаю на свой обычный телефон Samsung, потому что у меня просто нету денег на камеру, на хорошую. Ну, надеюсь, когда-нибудь появится у меня камера, я буду снимать для вас очень качественное видео. Когда-нибудь. А если вам было интересно у меня на канале смотреть мое видео, то вот прям по чесноку. Если вам было интересно, то подписывайтесь, ставьте лайки. Если вам было неинтересно, то... Так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ля-ля-ля. Всех люблю и, как там говорят суперблогеры, увидимся в следующих видео. Мы продолжаем беречь себя и своих близких. И в финале я хочу, чтобы прозвучала песня, которая должна, мне кажется, стать нашим девизом на ближайшее время. Ты хочешь сказать, что вот эти вот легендарные слова, песен еще не написанных сколько, это про нас с тобой. Это про нас с тобой. Будущее наше. И про будущее. Дарья Волосевич, будущая звезда, сейчас исполнит эту песню. На сегодня все. Берегите себя, своих близких. Хорошего вечера. Борис Корчевников, Андрей Малахов. С любовью из России. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка. Жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Да, солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Ласковый рассвет встречаешь.
Браво! Спасибо, хорошо. Спасибо.